Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильный компрессор-пылесос. Да, это два в одном устройства от компании Штор, модель 82953. Поставляется в фирменной упаковке устройство. Вот так вот выглядит. Здесь у нас находится шланг для накачивания колес длиной 1 метр. Трубка, удлинитель, также щелевая насадка пластиковая. Сам пылесос, он же компрессор. Насадка со щеткой. Фирменный чехол тряпчатый. Насадки для накачивания мечей, предохранитель, дополнительные пластиковые насадки, а также инструкция и гарантийный талон. Вот так вот выглядит сам пылесос, он же компрессор. Шланг для накачивания колес подсоединяется к задней части пылесоса. Кнопка включения-выключения, вперед включается пылесос, назад включается компрессор. Есть манометр, максимальное давление, которое выдает данный компрессор, до 10 атмосфер. Есть фонарик, емкость для пыли снимается, также есть фильтр. Вот так вот все устанавливается. Подключается прикуриватель 12 вольт, длина кабеля около 5 метров. Производительность компрессора, как заявляет производитель, 20 литров в минуту. Мощность компрессора 120 ватт, мощность самого пылесоса 80 ватт. Сейчас мы подключим на питание 12 вольт. Сразу видим, включается автоматический фонарик. Мы послушаем, как срабатывает изначально пылесос. Работает не сильно громко и хороший мощный поток всасывания. Ну и теперь послушаем, как срабатывает компрессор. Компрессор работает громче, чем пылесос, но в то же время очень мощный, хороший поток воздуха выдает. При покупке на данное устройство обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.